В столице республики продолжается ежегодная весенняя кампания по санитарной очистке, благоустройству и поддержанию городских пространств в чистоте. Трудовые коллективы администрации главы республики, правительства, муниципалитета, министерств и ведомств, предприятий, организаций, управляющих компаний приводят в порядок общественные территории. К майским праздникам Элиста должна предстать горожанам ухоженной и чистой. Отмечу, на прошлой неделе в субботнике приняли участие 1815 работников различных организаций, ведомств и предприятий. В общей сложности вывезено 368 кубометров мусора. Еженедельные субботники продолжатся в течение месяца. Участие могут принять все желающие. Субботники – это не просто уборка территории. Прежде всего, это проявление бережного отношения к своему городу. Администрация Элисты призывает неравнодушных горожан таким же образом привести в порядок свои дворы и прилегающие территории.